Прямая видеосвязь объединила руководителей нескольких муниципальных образований, главным образом курортных, а также тех, где производится алкоголь. Проблем обозначено несколько, но главное – это продажа в незаконных местах фальсифицированной продукции. Ввоз ее в Сочи строго контролируется последние несколько лет. Так, например, только с начала сезона на въездном посту изъято 4500 литров алкоголя. Максимально в этом плане хорошо работает полиция. Именно на посту Магри они оформили там таким образом, чтобы круглые сутки досмотр практически всех автомобилей осуществлялся. Что касается вообще в целом работы по контролю в магазинах, в ресторанах, то, конечно, Александр Николаевич, надо увеличивать количество тех сотрудников, которым это разрешено делать. Расширить возможности Роспотребнадзора предложили власти Сочи. Специалисты именно этой службы могут проводить проверки на законных основаниях. По мнению главы Сочи, особенно важно усилить контроль в преддверии Олимпиады.